Доброе утро, привет, мой дорогой зритель. Сегодня уже пятница. У меня хорошее настроение. С утра успел загрузиться этим самым металлоконструкциями 6,5 тонн, 6 метров. Вот сейчас еду на загрузку, будет вторая загрузка. Буду грузиться маслом растительным. Вот еду я на, буду ехать на Берлин. Пока еще не знаю, как точно это буду выезжать. Потому что сегодня пятница. Вот, разгрузка в понедельник. А ехать в Берлин. Тоже такое, блин. Думаю, может сейчас загрузиться, если быстренько загружусь, то можно будет просто все свои дела сделать, там помыться, блин, в магазин сходить и все остальные свои дела поделать, и можно будет в принципе выехать и доехать где-нибудь до Берлина. Вот. Хотелось бы, конечно, может заехать в Берлин, но фиг знает, там, блин, с этим паркингом. Найду я там паркинг, не найду. Но до Берлина ехать далеко, потому что где-то около 500 километров. То есть это ехать надо как минимум часов 6. Паузы. Это или в 12 часов ночи выезжать. Целую ночь не спать и рано утром туда приехать. Или выехать заранее. Да, придется в машине сидеть. В принципе, я говорю, что можно погулять. Тоже как вариант. Что еще нужно человеку, как не тратить деньги? Вчера я разгрузился, загрузился с утра и разгрузился, потом что там, пришла загрузка, блин, я поехал на паркинге потусил пару часов, а потом пришла загрузка, и я уже поехал в это, сюда вот, грузился я сейчас в Хемере, это возле Изерлон, там, короче, то есть вот города. Вот прям там в центре, там маленькая фирма. Как маленькая? Фирма-то такая, я бы не сказал, что она совсем маленькая, но заезд туда был. Задом приходилось заезжать в эти ворота. Сегодня уже суббота. Еду я уже по объездной Берлина. Вот. Я вчера думал, что у меня разгрузка будет первая в Берлине, но что-то пошло не так, и выгрузка у меня будет за Берлином, так что надо ехать туда по-любому, блин, не получится погулять на выходных по Берлину, ну ничего, блин, как говорится, переживем, не будет контента, придется, блин, переобойти, блин. Ну ничего не поделаешь, блин, надо доехать. Вот. До сегодня я уже проехал почти все. Осталось 135 километров. Так, выгрузка вот в субботу в 6 утра, поэтому надо туда ехать. Потому что, блин, потом рано утром выбираться из этого Берлина, там, ой, это целая эпопея, блин. Не люблю ездить по большим городам с утра. Все едут на работу в понедельник, блин, пробки эти. Если только заранее встать, блин. Короче, тяжко. Вот чтоб я ехал, то есть, прямо в Берлин, да, там сразу припарковался бы, если было бы место. И, как говорится, бы все сделал бы. Сходил бы куда-нибудь на этот,
на Рейхстаг бы посмотрел бы, блин, хоть. А то ни разу в центре в Берлине я так и не был. Вот, не получалось. Не хотят они фуры пускать в центр города. Да и в принципе в Берлин обычно у меня заказов мало. Ночка прошла, что-то беспокойная, блин, не получилось выспаться. Вчера еще спорт день был, пробежался на ночь глядя 17 километров. Вот, потом еще местный кипиш. Вот. Да и заговорился, короче, и поздно лег спать. Что-то кемарит, еду, блин, засыпаю, блин. Ну ничего, уже почти доехал, блин. Осталось только еще, правда, паркинг найти более-менее. Едем, как говорится. Погода сегодня вообще классная, блин. Солнышко светит. Ну и как всегда пробки, блин. Как же без пробки, блин. Это, бля, даже выходной день, один хрен пробка, блин. Ничего не поделаешь, такая, блин, работа, стоять в пробках. Ну, блин, суббота же, блин, куда вы все едете, блин, надо ехать из города, а не ехать хрен пойми куда, блин. О, красавцы поехали на трех Харлеях, блин. Это я понимаю, вот, я бы тоже так поездил. Когда получу, блин, права, наберусь немного опыта, то займусь вопросом взять в аренду такого мотоцикла. Короля дорог или что-нибудь такое, как они там называются, не помню. Офигенная тема. Так что когда-нибудь в ближайшем будущем появится у нас еще и мототема. Я думаю, что на этом сезоне, блин, не будет еще ничего. Я думаю, только я уже отучился на права, пока был в этом отпуске, то зимой приеду, то уже буду, поеду домой и поменяю права. Карту водителя надо 2 недели, чтобы ее поменять. Поэтому нужно время. На этих каникулах моих не было времени это делать. Вот, так что отложил это на зиму. Где-то в январе, наверное, уже приеду и буду там лепить все это дело. Вот я думаю, наверное, после праздников надо уже ехать. Чтоб наверняка, чтоб мои права там, точнее не права, а карту водителя не потеряли. Получу права и буду брать себе мотоцикл. Пока еще конкретно какой брать не решил, блин. Все пока на выборе. Глаза разбегаются, но пытаешься просто представить, как оно и где оно, блин. И все-таки начинать-то надо ездить на чем-то, хрен знает. И вот так вот пытаешься выбрать и определиться, и пока не получается. Хочется и то, и то. Нравятся и спортбайки, блин, но спорты чисто брать, ну, блин, на нем далеко не поедешь. Это как бы
мотоцикл так для экстрима, для местной езды. Ну даже не городской, а блин, просто погонять. Такие как Харлей. Ну Харлей вообще охеренная тема. С удовольствием поеду. Но он стоит до хрена. Что-то мне не хочется столько денег валить сразу на Харлея. Вот я и думаю, или брать что-нибудь такое типа городского просто, блин, для того, чтобы толком войти в эту тему, чтобы учиться ездить конкретно. Или брать уже конкретно спорта, чтобы учиться ездить на спорте, потому что, ну, каждый мотоцикл по-своему. Ну хотя, блин, сложно сказать. Мне кажется, надо что-то попроще начинать. Я вот и думал, может, какого спорта попроще взять. Я съезжаю уже с объездной Берлина и еду на сторону, получается, где-то севера, за северо-восток, в сторону северо-востока. Ну вот 11-я автомагистраль. Да, по-моему, 11-я. Вот, еще 52 километра. Ну, я думаю, не буду оттуда до конца доезжать. Вот я еще где-то километров 40 проеду. Я там смотрел, там какая-то заправка есть, там встану. Вот. И
буду заниматься монтажом, блин. Если еще повезет, на заправке будет Wi-Fi, то может, блин, выложу первое видео. Ну, скорее всего, что вряд ли, блин, потому что у меня на этот счет другие планы. Я хочу вначале просеять этот YouTube, все его нюансы, все вот эти вот проблемы с авторскими правами, что они грозят. Вот пока читаю все вот эти лицензионные соглашения, еще никогда в своей жизни не читал вот эти все, где ты там принимаешь все, соглашаешься, блин. Вот. А тут, как бы, как говорится, как прижмет, так все сделаешь, когда надо. Вот. Насчет авторских прав, вот гуглю, читаю то, как, что делает, смотрю из других блогеров, там такое, блин. Очень много всяких заморочек, которые надо знать, блин, и правильно использовать, чтобы твой канал не был, ну, как многие называют, там, теневых банах, там, и прочей фигне. Ну, они просто не участвуют ни в показах вот этих вот рекомендациях, ни в чем, блин. Также еще надо будет проверить эту всю историю про регионы, про все, ну, и, блин, еще задач дофига. Контент есть, ну, то, что я наснимал, есть для блога. Ну, я, по сути, я бы не сказал бы, что у меня там какой-то контент. У меня видеоблог, по сути, и все. Я снимаю то, что есть, то, что происходит. Ну, почти все, что происходит, блин. Не все я буду снимать из личной жизни, потому что я сейчас, во-первых, если я где-то не в машине, тупо в машине снимать тоже, блин, такой себе прикол. Ну, хотя бы тоже будет этого достаточно контента, где я в машине, вот как сейчас. Вот, вот еду, вот, и все. Вот, вот. Ну и что вот с этого, да. Хочется менять и обстановки, и... Ну, и как бы повышать разнообразие вот этого вот всех сцен, там, ну, вот этого вот сделать побольше всяких интересных сцен. Ну, пока я этим занимаюсь. Вот. Не знаю, в каком это видео выйдет. Ни первом, ни втором. Вот предыдущих нескольких вы увидите все это прекрасно. По поводу... Ну, короче, увидишь там. Я все время дорабатываю, пытаюсь показать больше. Загрузки, разгрузки, вот эти все вещи, блин. Нет, есть достаточно интересное, просто иногда, во-первых, съемка запрещена, а во-вторых, фиг знает, как эти немцы начнут реагировать, потому что я как бы смотрел как-то блогера такого, тоже, ну, дальнобоем занимался когда-то давно, то у него там проблемы даже были с работой, ну, вот, где он работал там в этой фирме, были проблемы из-за того, что он блогер, блин, потому что он там пытался что-то снимать, а там на территории нельзя, и в итоге его там на фирмах добавляли то ли в черный список, то ли что, блин. Ну, есть такая тема, что если ты там нежелательный клиент, так сказать, блин, ну, допустим, там, или ты нарушил что-то там, я не знаю, какие-то режимы скоростные, там, еще что-то там, и, ну, короче, как-то набедокурил там, вот, а видно, человек с камерой, ну, людей не особо так, ну, привлекает, вот. Некоторые боятся камеры. Я не знаю почему, но люди боятся камеры. Вот, поэтому когда так думаешь, вот снять вот людей, блин, ну потом с ним вот, ну, я немецкий хреново знаю, ты ему начни там объяснять, что я там тебя сотру или заблюрю там, блин, ну или вырежу. Ну, блин, сложно сказать ему, просто объяснить, блин. Надо будет терки, это самое. Короче, все может будет в последующем, когда я уже так на похерах спущусь. Ну, это как обычно приходит. Обычно всегда блогеры, они стараются там аккуратно, там, никому не мешать, там,
если что-то снимает, там где-то все боятся говорить, стесняются, вот, ну, ну, просто у некоторых есть такая фобия, типа, ты там в толпе идешь, блин, там, и разговариваешь сам с собой, как идиот на камеру, бля. Ну, многих это страшит такое, вот, есть такое, вот, и постепенно там люди начинают там входить в это. И потом уже на шею садятся, там в итоге эта камера постоянно с ними, они там чуть ли в туалет ее не берут, там, ну, это уже грубо говоря, на самом деле так нету, но около того. Вот, так что я имею в виду то, что не всегда хочется вот снимать немцев, там вот, ну просто могут возникать такие проблемы, блин, и хочется как-то это делать аккуратно. Потому что некоторые немцы на камеры реагируют нормально, а некоторые будут там, да, тебе припомнят это, и реально ты какой-нибудь там куда-нибудь залетишь, чтобы тебя не запускать на территории, чтобы ты не создавал, так сказать, проблем. Мало ли у них там может что-то незаконное происходит. Да. То огласка такая вот, чтобы все знали, что у них там происходит, им нахрен не нужна. Поэтому такое, блин. Кто знает, ты какой-то там блогер, у тебя там 1-2 подписчика или там, их там несколько тысяч. Добрым утром, ребята. Сегодня уже 24 число, у нас понедельник. Вот. Я уже одну выгрузку сделал, разгрузился маслом, теперь стою на аэродроме, у меня вторая выгрузка. Вот там вот прямо вот эти взлетные полосы что-то строят. Вот, меня уже собрались разгружать. Наверное, тут снимать нельзя, но я пойду, короче, помогу разгружать, потому что сейчас все полетит нафиг. Все, уже разгрузился, выехал с территории, с аэропорта. Не знаю, стою тут, паркинг для легковых или обслуживающего персонала. Жду, когда меня отсюда нахрен выгонят. Или когда мне найдут загрузку. Вот здесь въезд для пожарного транспорта, для пожарный въезд, короче, там слева от меня. В окне виднеется пожарная часть, то есть пожарная часть при аэропорту. Вот, в случае чего ребята отсюда едут тушить пожар по этой дороге. Въезд как типа служебный, я так понимаю. Хотя точно не уверен. Ну, судя по тому, какое тут оживление, то здесь не так много людей. В основном здесь обслуживающий персонал и люди, кто здесь охрана. Разгружался какими-то металлоконструкциями. Там видно, стройка какая-то, что-то строят какие-то. Самолетов не видно почему-то, не знаю. Может, это какая-то запасные полосы или что-то такое. Вот, аэропорт это Берлин-Тегель. Берлина. Разгружали меня под четким надсмотром, то есть там, как понял, это сотрудник охраны стоял, вот, фирмы. И меня уже вот пожарная машина сейчас это будет выгонять. Подозрительно, может, хочет выгнать нахрен. Не знаю, сейчас посмотрим. Или просто остановился. Так что вот так. Поеду я искать паркинг где-то. Ну, как сказала моя логистка, ехать в сторону Польши. Мне надо прохерачить 40 километров, не пойми куда. Потому что я в Берлине, это надо искать где-то. Я не знаю, где там искать, где тут, короче, паркинг. Какие вот дела. Ждем загрузку.
что-то мне кажется, что мне надо ехать. Ни хрена они тут не найдут. И выдвигаться уже в сторону реально Польши. Все, уже пришла ко мне загрузка. Ехать километров 40 где-то за Берлином. Можно было смело, в принципе, выезжать. Это, кто знал. Грузиться буду какими-то машинами. Непонятно, что за машина. Какая-то техника рабочая. Рабочестроительная. Загрузился и еду в сторону Польши. Загрузился я, как там город, не помню. Недалеко от Берлина, короче, городок Видлау или как он. Вот. Загрузили меня тремя тракторами. Два трактора МТЗ-50 и польский трактор Урсус 1234, что ли. Пришлось немного поднять крышу, теперь еду чуть-чуть там на одно положение, получается, я поднял. Надеюсь, пронесет, никто там меня не дрюканет за этим, за подъем крыши. Так, уже еду 50 минут, скоро польская граница, через километров так 100. Знаю точно. Ну, посмотреть. Нет, через 60 километров будет граница. Хочется, конечно, паузу сделать, блин, на границе. Там лесок есть, по леску погулять. Что-то мне кажется, что если я сделаю паузу, то я потом паркинга не найду.
начинает что сделать. Сейчас подумаю еще. Ну, я думаю, что... Все будет окей. В принципе, можно будет где-нибудь во Вроцлаве, до Вроцлава доехать и в самом Вроцлаве остановиться на парке. Грузились так долговастенько, блин, потому что надо со всех сторон пооткрывать. Там, покуда еще привязал, покуда там эти документы, покуда этого геморроя, если крышу поднимать, то надо перетягивать все эти шлейки, короче, то все это очень много занимает времени. Нормально все закрыть. Что там, то крышу поднимать, то опускать, то регулировать, как будет лучше. Короче, геморроя очень много. Тоже интересные люди вот ездят впереди меня. Я не знаю, там вот тут за Берлином в сторону польской границы по 13 это. В сторону Альшин и А18 там. В сторону А18 и в том направлении вообще не суть. Есть участок, где обгонять нельзя, там стоит обгон и на протяжении 60 километров нельзя обгонять. И вот я ехал все этих 60 километров, чуваки, и вот этот чувак вот с опасным грузом ехал 80. Как только закончился вот этот вот обгон запрещен, он начинает ехать 86. Хрена не понимаю, как от всего это зависит. Даже вот тут вот знак 80, он все равно едет 86-83. Впереди не дают. Что довольно-таки странно, я этого не понимаю. Почему нельзя всю дорогу ехать, как он ехал 86? А разгоняться, когда знак обгона запрещен? Такой вопрос надо отправить знатокам, чтоб никогда. Если еще такое шоу существует.